Всем привет! Опять немного из жизни в мастерской. Ну так, для разнообразия, как говорится, зарисоваться в своей физиономии, потому что все время в основном в роликах молчу. Так, показать, что у меня тут дальше происходит, что я дальше еще делаю. То, что, как всегда, может не попасть в ролики, потому что не хватает времени это все снимать. Потому что, так кажется, ролик там 3-5 минут, что его там делать? А по итогу это часы видео, которые потом еще надо снимать, терять на это время. И потом это все смонтировать, потому не всегда хватает времени это все надо снимать. Ну, поехали посмотрим, что у меня здесь творится. Здесь на столе хаос. Это панно когда-то я делал, но что-то оно у меня залежалось без толку. Я его разрезал на три части, будут часы. Как-то так. Так, обрезки, обрезки, обрезки. Все пиляли. Только что закончил рисмусовать. Надо будет поубирать. Он с рача немного частично убирал со временем, но нету. Тут, как всегда, гора всего. Надо поубирать срочно. Заготовки для будущих проектов часов. Это остались реечки. Так решил склеить досточку. Сейчас покажу. Такое зеркало я уже делал. Видео на него были. Скину ссылку в описании. Еще одно заказали, делаю. Напилял сильно много реечек, потому чтобы они не пропадали, не лежали, решил сделать досточку. Потому сейчас давайте вместе посидим, вскроем маслом. Люблю этот процесс вскрывания маслом. Самое любимое мое занятие, а перед ним самое нелюбимое — шлифовка. А тут самое интересное, когда появляется вся структура, текстура, уже все цвета, и ты уже тогда только понимаешь и видишь, какое оно будет на самом деле. А так сразу тяжело предугадать. Потому что после шлифовки оно какое-то все плюс-минус, да, цвета видишь, но оно все тусклое. А после приобретения цвета ты уже не знаешь по итогу, какое оно выйдет. Чи светлое, чи темная эта часть. Ну, по крайней мере, набор цветов интересный. Много разных пород дерева. Половину сам не знаю. Белое — это осина, бук, орех. Где не орех? Тут где-то красное дерево, хотя оно не сильно красное. Орех. В общем, так, что есть, то есть. Вот когда мало места в мастерской, получается, что все захламлено. С угла в угол ложишь все, а потом нету столов. С одной стороны, это и плюс, потому что когда захламишь стол, а он нужен, тогда начинаешь уже... О, пропустил. Начинаешь уже убирать. И тогда не так часто получается захламление. Потому что периодически приходится со стола это все убирать. Ну, сейчас доснимем видео и начнем заниматься уборкой. В общем, как-то так. Досточку сделали, много заготовок для часов сделали, раму для зеркала сделали, завтра буду продолжать это все делать. Так как это все сегодня только у меня полдня, то есть, в принципе, кусок работы сделал. Так что пора заканчивать, время уже потемнело. Ну, ничего не потемнело, начинает темнеть, потому надо потихоньку начинать убирать в мастерской, а там уже заканчивать какие-то косяки, которые еще не закончил, их подоубирать. Ну ладно, всем пока.